Появляются люди, которые полностью оправдывают название «Красной ковровой дорожки». Это восхитительные артисты, прекрасный коллектив «Балет» Сергея Лазарева. Ну и Сергей Лазарев. Здравствуйте, как вы? Ну, приходите все, пожалуйста, сюда. Смотрите, какая красота. Смотрите, какой концептуализм. Вот новая волна чем славится? Стилем. Стилем. Ну, посмотрите, какая красота. И Сергей Лазарев тоже имеет красный лимит. Мы же все работаем в ансамбле. У нас общий сегодня номер и постановка. И вообще, это новое. Сегодня день премьер, поэтому премьера песни. Она будет впервые исполнена. И впервые мы покажем номер здесь, в New Wave Hall'е. На новой волне. Как называется песня? Песня называется «Я не боюсь». Я недавно выпустил буквально неделю назад альбом. Автор Олег Влади. Yeah. Да, замечательный автор. Олежка, привет тебе. Долго, на самом деле, песня ждала своего часа. Почти полтора года лежала и ждала вот этого часа. И вот дождалась. И я даже назвал альбом свой именно так. «Я не боюсь». Прекрасно. Давай поговорим о твоем прекрасном, замечательном балете. А почему у нее нет названия? Вот, например, у Валерия Леонтьева коллектив называется «Опасные связи». У Филиппа Киркова рецитал. Ребята безымянные. Нет, ребята не безымянные, ребята мой коллектив, и все этого достаточно, потому что там как у музыкантов. И мне почему-то так кажется, но лично это мое мнение, что название балетов, которые работают с артистами, это немножко как-то пережиток уже прошлого. Да, то возьмут, уйдут и будут с известным названием работать сами. Так, давайте пообщаемся все-таки с ребятами. Расскажите, пойди, не уходи далеко, пожалуйста. Насколько сложный, капризный и требовательный артист Сергей Лазарев? Да вы что? Какой же сложный, капризный? Не сложный, не капризный. Самый лучший руководитель. Он готов поделиться сценой с вами? Готов или нет? Сценой поделиться? Это регулярно и происходит. Да. И делится сценой. То есть вы не чувствуете себя кем-то, кто вот на заднем плане? Нет, никогда. С Сергеем никогда. Ладно, мы очень рады, что вы вместе с нами сегодня. Мы желаем вам премьер. Как говорят англичане, break a leg, с премьерой, и мы будем за вами следить. Счастья, любви, удачи. Спасибо всем. Сергей Лазарев и его коллектив. Мне все говорили, что я наоборот очень мало говорю о себе. А, боже, очень сзади, мало. Сзади неожиданно подкрался Сергей Лазарев. Здорово. А он сегодня был, между прочим, абсолютно... Он уже разорвал. Он уже в другом отделе. Он уже разорвал и еще сделает это. Вот. Певец, победитель первой новой волны Сергей Лазарев. Певец, продюсер Филипп.